У Гомельской центральной библиотеки имени Герцена прошел фестиваль «Калядные колыханки». Он собрал удельников у сёмый раз. Совместный проект установы Свято-Микольского мужчинского монастыра ладится сёмый год запар. Цікавость до подеи подтверждает неизменно переполненная зала. У программе классичные сучасные колыханки от профессийных и аматорских выканавцев. У их лику церковные хоры, священники, педагоги и навученцы музычных школ, студенты и просто талиновитые музычные семьи города. Все лето упершиню на фестивале выканали песню на мове жестов. Танцуют дети, читают стихи люди разных возрастов, и в этот раз у нас будет даже исполнение колыбельной песни самой маленькой участницы Юлии Александровны. Вы увидите ее. Колыбельная кукол, она совсем маленькая девочка, но очень смелая. Кроме того, у нас есть яркие концертные номера и криминальная драма, поставленная постмодернистским театром теоретического танца. Все там будем. За 7 годов у калядных колыханок склались свои традиции. Одна из их – спевы разом с глядачами.